Депутаты от «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа оказали адресную помощь 122 жителям муниципалитета в рамках работы волонтерского центра «Единой России» и Общероссийского народного фронта. Партийцы доставили продукты и необходимые лекарства по заявкам, поступившим в штаб. Ключевая задача добровольцев – оказать поддержку всем нуждающимся, инвалидам, пенсионерам, многодетным. Адресная работа продолжается. И если вам необходима помощь в условиях самоизоляции, звоните на горячую линию.